встречался с молодежью. Конечно, молодежь у нас разная, но везде веселая, задорная, талантливая. Поскольку молодежь, вы – это будущее России. Спиралям шоссе, по полям и лесам, убегая стремительно ввысь, вдоль платанов, смотревших листвой в небеса, нас умчал комфортабельный ЗИС. Я был уверен, что этим летом любовь и счастье подстерегу. Шумный город на Крымском берегу. Ялта, где растет золотой виноград. Ялта, где ночами гитары не спят. Ялта, где так счастливы были с тобой. Там, где шумит прибой, морской прибой. А когда расставаться настала пора, мы в обратный отправились в путь. Перед тем, как расстаться с тобой навсегда, ты шепнула: смотри, не забудь. Лишь холодной зимой я вспомнил берег морской, теплый ветер и ленты шоссе. Звон струны над волной, наше счастье с тобой. Не приснилось ли все это мне? Я берегу, но удалялся залитый светом тот шумный город на Крымском берегу. Ялта, где растет золотой виноград. Ялта, где ночами гитары не спят. Мы
зимой я вспомнил берег морской, теплый ветер и ленты шоссе. Звон струны над волной, наше счастье с тобой. Не приснилось ли все это мне? Я государство в своем обращении к народу в день кончины Бориса Ельцина. Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха, родилась новая демократическая Россия, свободное, открытое миру государство. Благодаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая конституция, провозгласившая права человека высшей ценностью. Приснилось ли все это мне? Я!